Но мы продолжаем. У нас обзоры отелей от Оксаны Шевчук, руководителя агентства «Горящих путевок. Восьмое небо». И в этом видео говорим про отель, который находится в регионе Сити. Royal Taj Mahal отель 5 звезд. И Оксана сейчас скажет, действительно ли он Royal. Привет, Жанночка. Ну да, конечно. Если они назвали себя Royal, значит, они Royal, однозначно. Просто нужно в это верить. Отель, начнем с расположения. Ты сказала, что он находится в городе Сиде. Поселок называется Эвренсеки. Это недалеко от поселка Мановгат. И, в принципе, туда можно доехать там, за небольшие деньги. Плюс центр самого поселка совершенно рядом. В чем уникальность, да, этого отеля? Этот отель имеет такую специфическую восточную постройку, как бы само название о том говорит, Тадж-Махал. Естественно, у него очень много дизайнерских фишечек, он новый. Знаешь, когда заходишь в него, такое вот ощущение чистоты, я бы даже сказала, употребила такое слово, вылизанности. Он такой очень весь блестит, плюс вот этот восточный стиль, ну, вечером, смотри, какая подсветка. Красивый. Да, он реально красивый, вот для тех, кто любит вот это вот новшество, дизайнерство, он для этих людей однозначно подходит. Так, переходим... Мы к питанию? Нет? Да. Питанию. Да. Давай переходим, пожалуй. Очень красивый ресторан, очень красивая летняя терраса. Да, мне нравится скатерти, все так украшено, все, вот гриль-меню, всегда повара в зале готовят, очень стараются для своих гостей. Вот эта восточная такая сказочка в Турции, вот она здесь вот 100% присутствует, причем это большой достаточно главный ресторан, как для небольшой территории отеля. И дизайнерские эти, вот посмотри, вот плитка эта вот плитка такая, на полу, да, она как бы очень много добавляет колорита сразу, 100%. По питанию, отель работает по системе «все включено», то есть это будет обозначать, что импортные напитки будут за дополнительную плату, естественно, все а-ля карты тоже будут за дополнительную плату по предварительной резервации, не будет ночного питания и свежевыжатые соки, вкусный турецкий кофе, это тоже все будет за дополнительную плату. Но а-ля-карт здесь очень хороший. Я реально советую туристам хотя бы один раз сходить. Причем это достаточно недорого, там, если сравнивать с другими отелями. Я потом еще скажу, когда стоимость на этот отель, то тут вообще все вопросы должны просто отпасть по этим вопросам. Очень красивый ресторан, мы действительно, он очень такой, даже я бы сказала, фэшенебельный, очень необычный и очень просторный, потому что, когда сезон, это важно, чтобы было хоть немножечко. Он такой очень тематический, вот они его не зря назвали Тадж-Махал, они его таким создали, таким построили, и это присутствуется, это выдерживается, это очень сильно чувствуется. Переходим к, питание. Слюнки текут, время уже к обеду. Наши дорогие зрители, я думаю, что у вас тоже. Вот такой вот ресторан, фотографии такие, шведский стол, питание абсолютно отлично, все вкусно и комфортно. Давай двигаться дальше. Это бары, я так понимаю. Да, да. И здесь несколько баров, они все работают по определенному графику, где-то в ночное время, где-то в дневное время. Есть, естественно, бар на пляже, бар в лобби, он как раз-таки ночной. Причем я должна сказать, что у меня туристы отмечают, что алкоголь, хоть и местный, но нормального абсолютно уровня и качества совершенно. Переходим к инфраструктуре отеля. Я этот отель рекомендую абсолютно тоже для всех совершенно категорий. Почему? Потому что территория у него пусть небольшая, пусть она компактная, но она очень сильно красивая и с огромным количеством бассейнов. И очень важно, в отеле есть аквапарк и лунопарк. Гости, которые проживают в этом отеле с детками, они могут, естественно, посещать аквапарк бесплатно. Плюс еще соседний Royal Dragon, у них совместное пользование с лунопарком и аквапарком. Ну, возможно, в сезон достаточно много людей, тем более, что как бы территория не очень большая.
Но в любом случае это есть, это доступно, да, и вы можете этим пользоваться. Однозначно. Есть еще детская площадка, детский клуб, отдельный уголок в детском ресторане. Поэтому для детей здесь, ну, вообще невероятное количество активити. И если вот так вот их вот отправить и сказать, иди в лунопарк. Все, свобода. Да, тем более, что он, естественно, работает больше в ночное время. Аквапарк, он как бы это дневное развлечение, а лунопарк это больше уже работающее вечером. Можно отдохнуть, сходить в спа, сходить на массаж, сходить на релакс-процедуры, либо просто посидеть в баре в тишине, понимая, что твой ребенок не порвет тебе в это время где-то обои, пока ты наслаждаешься тишиной. Мамы поймут. Есть достаточно хороший спортивный зал. Большая, вообще, ну, реально огромная возможность для пользования, для спортивных каких-то активити мероприятий. Крытый бассейн, которым можно пользоваться и зимой, и летом, 100%. Есть йога, занимаются девочки, и водная аэробика. И вот эти вот бассейнов реально много очень. И большой амфитеатр, где проходят вечерние... Все вечерние, да, анимационные. Живая музыка. Uh-huh. Да, у меня вот отметили туристы. Мне, кстати, об этом не говорили на инфовстрече, но были у меня туристы, говорят, что очень интересная в лобби несколько раз в неделю живая музыка. Поэтому вот еще для тех, кто любит наслаждаться. Ну, действительно, кому-то это важно, почему бы нет, за бокальчиком вина вечером в лобби-баре всегда приятно послушать живую музыку. Да, 100%. Давай двигаться дальше. Что у нас еще по деткам? Ну, по деткам я... Или номера? Давай по номерам. Давай, да. Номера. Ой, какие красивые номера. Момент. Номера огромные. Здесь стандарты имеют минимальную площадь 52 квадрата. Ого, то есть это очень большой номер. Да, это очень большой номер. В этот стандарт можно смело заселяться сразу с тремя детьми. Главное не уехать еще с одним четвертым. Во всех практически номерах есть ковровое покрытие, есть гардеробная, большой очень санузел. Во всех номерах есть чайник, кофе, наборы для чая, чашечки, водичка, которая пополняется каждый день. Естественно, центральное кондиционирование. Ну вот даже это family. Это это вторая комната двухкомнатного номера, да. Причем, то есть, вот что меня больше всего впечатляет, это вот эти вот размеры огромные, которые ты как-то так вот все так раз и разошлись все. И в номере у тебя тишина и прохлада, и спокойствие. Может быть, за счет того, что территория очень маленькая, вот хотя бы в номере ты очень хорошо можно отдыхать спокойно, никто у тебя на голове не будет бегать, даже если это будет однокомнатный номер. То есть в этом отеле можно смело ехать 2 плюс 2 в однокомнатный номер, вы не будете друг другу мешать. Это 100%. Что еще добавить? Пляжик видим вот. Пляж. Сидем. Да. Да, по поводу пляжа. Здесь очень хороший пологий вход. Вот видим, да. Поэтому сюда можно ехать с совершенно маленькими детками. Им здесь будет комфортно, они будут строить свои пасочки, купаться вот здесь вот в мелине, потому что изначально мелкая, и глубина она наступает не сразу. Поэтому водичка возле берега очень приятная, мелкая, тепленькая. Даже там в конце мая уже можно смело, вот в Седе можно смело ехать отдыхать в конце мая, однозначно будет тепло и хорошенькая водичка. Очень активный детский клуб, с детками занимаются, в аквапарке можно проводить время с более старшими детками. Момент: не пускают на горки детей ниже, по-моему, 130 сантиметров. Причем так серьезно за этим следят. И это правильно. Да, и это правильно однозначно, поэтому для маленьких деток есть свои горки, для более взрослых деток есть свои горки. Там есть детский бассейн, где можно купаться маленьким детям. Стоимость мы уже готовы услышать, потому что мне сейчас кажется, что будет очень высокий чек на этот отель, посмотря на его номера, послушав про его питание, про этот отель, кажется, что он дорогой. Какая у него цена? В мае месяце на двое взрослых и на одного ребенка, на конец мая, он стоит 990 евро. Евро. 990 евро. Никак не привыкну, да. Ух, я думала, что я сейчас услышу 2,5, посмотря на картинки, но стоимость на этот отель 900
990. 90 дней, 2 взрослых плюс ребенок на неделю май месяца. Поэтому пишите поскорее ваши комментарии, потому что я думаю, что... Да, но цены динамически. Вот просто я столкнулась с тем, что звонят туристы сразу же после эфира. Бывает, я там озвучивала какую-то цену. Цены динамически не меняются постоянно. То есть все время выходят новые предложения, поэтому та цена, которую я озвучила, она не фактом, что будет завтра абсолютно. Но на данный момент нашего эфира она такая. После эфира сразу, когда увидите в это видео, можете писать комментарии для уточнения, можете набирать номер Оксаны Шевчук, звонить в сеть агентств горящих путевок, и вам просчитают на вашу дату, по вашим конфигурациям, стоимость на данный отель. Что-то еще нужно добавить под него? Мне он очень понравился, да? На самом деле. Ты полетишь? Да. Ну, разве что только с тобой. Вот, действительно, так что бронируйте. Турция в этом году популярна, остается. Напоминаем, что цена в евро, но вот есть и такие отели, которые входят в стандартную $1000 на 2 взрослых плюс ребенок и имеют такой высокий уровень. Спасибо тебе большое, что выбрала на этот отель для нашего сегодняшнего обзора. Не за что. Очищаю, как я начинаю, да?